На церемонии, посвященной подведению итогов несения городской вахты памяти мемориальными отрядами учреждений образования Бреста, лучшим почетным караулам были вручены награды. В минувшем учебном году в несении вахты принимали участие 45 учреждений образования города над Бугом. Первое место по итогам инициативы присвоено средней школе номер 10 города Бреста. Также на пьедестале победителей гимназия номер 3 и средняя школа номер 22. Существует положение об организации вахты в городе, в соответствии с которым, согласно графика, все учреждения, а их именно 45, несут вахту памяти. Ежедневно им выставляются оценки по 9 номинациям. Это и дисциплина, строевая подготовка, несение вахты на мостике у Вечного огня, поддержание внутреннего порядка, служба дневальных, знание истории обязанностей, подготовка экскурсоводов и так далее. И ежедневно выставляются оценки, потом суммируются, за неделю суммируются. И вот по количеству баллов, которые набрал караул в течение недели несения вахты, и определяется в конце учебного года места. Ребята осознают всю важность дела, которое они выполняют. Для них это дань героическому прошлому нашей отчизны. Победители, представители средней школы номер 10, рассказали нашей съемочной группе, что значит для них участие и победа, к которой они стремились не один год. К этой победе наша школа очень долго шла. Мы в прошлом году заняли второе место. Вот не хватило нам одного балла, и вот в этом году все получилось. Конечно же, это для нас очень большая радость и гордость за то, что наши дети чтут тех людей, которые стояли за нашу родину. Для меня это очень важно. Я очень горжусь тем, что мы вывели нашу школу на первое место. Это очень редкое событие. Это такая дань памяти защитникам Брестской крепости. Это закаляет нас патриотическое воспитание. Мы очень гордимся этим. Вахта памяти – это своеобразная школа, воспитывающая патриотизм молодых людей. Это вклад каждого из ее участников в сохранение исторического наследия страны. Сохранение памяти обо всех, кто сражался за свое будущее, наше мирное время. В 1972 году старшеклассники Брещины впервые заступили на пост памяти. И с тех пор учащиеся учреждения образования Бреста бессменно сохраняют и приумножают военно-патриотические традиции, считая это своим долгом.